Доброго дня! Я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». І як завжди, по понеділках до нашої студії ми запрошуємо лікарів, медичних працівників, людей, які можуть компетентно дати поради і надати відповіді на запитання, пов'язані зі сферою охорони здоров'я. Зокрема, сьогодні до нашої студії завітала пані Вікторія Яцишина, миколаївський міський дитячий алерголог. Доброго дня, пані Вікторія. Здравствуйте. Я рада вітати вас у нашій студії. Тема, яку ми сьогодні порушимо, алергія у дітей, надзвичайно актуальна. Нагадаю, номер нашого телефону 76-92-42. За цим номером ми приймаємо ваші телефонні дзвінки у прямому ефірі. Будь ласка, якщо у вас є питання до нашої гості, телефонуйте. Отже, зараз весна, розпочинаються теплі дні, активне цвітіння ми вже можемо спостерігати. І, на жаль, люди, які мають алергічні реакції, знають, що це починається складний час. Як же бути батькам, щоб уберегти свою дитину від загострення сезонної алергії? В самом деле, сейчас у нас начинается так называемый сезон полинозов. Полиноза – это группа заболеваний, которая объединена одной причиной – это аллергия на пыльцу растений. Весной у нас пылят в основном деревья, и этот полинос называется весенним. В дальнейшем у нас начинают пылить, то есть выпускать пыльцу злаковые луговые травы. И завершает уже сезон полинации это сорные травы, которые в основном очень имеют большое значение для нашего региона, потому что туда входит подсолнух, амброзия, циклохена, и это бич для нашего региона. Большинство населения Николаевской области страдает именно от этой аллергии. Сезон полинации попадает на середину июля, август и сентябрь. Если осень достаточно сухая, то вплоть до октября месяца наблюдается этот сезон полинации. Но сейчас некоторые люди уже начинают чувствовать себя не совсем хорошо, они чихают, кашляют, поэтому обращаются за помощью. Не всегда на первый год заболевания, обычно это уже второй, третий, четвертый год заболевания, и только потом родители обращают внимание, что ребенок как-то не так себя ведет. Обычно аллергические проявления, они проходят без температуры, хотя могут провоцироваться вирусными инфекциями. Эти вирусные инфекции начинают само заболевание, но через 3-4 дня ребенок выздоравливает, но симптомы в виде чихания, в виде заложенности носа, зуда в носу, они сохраняются достаточно долго. Полинозы могут проявляться самыми разными заболеваниями. Это может быть бронхиальная астма, это может быть аллергический ринит, дерматит, крапивница. То есть самые разные проявления аллергии к пыльце, потому что пыльца попадает не только через нос или дыхательные пути, она попадает также с продуктами питания, попадает на слизистую желудочно-кишечного тракта и таким образом вызывает кожные симптомы. Конечно, для нашего региона не очень благоприятная обстановка в отношении амброзии, подсолнуха и циклохены, и большинство, где-то процентов 90 моих пациентов имеют аллергию именно к этим растениям. Мы, конечно, стараемся их выявить более рано, но, я же говорю, они обращаются к нам уже на какой-то год заболевания. Поэтому имеет значение, как родители расценивают состояние своего ребенка и как рано они обратятся к специалисту. Обычно у таких деток были ранние проявления аллергических заболеваний в виде дерматита, крапивницы. В более раннем возрасте. Это относится именно к первому году жизни. У них есть какая-то проблема с переносимостью продуктов, допустим, коровьего молока, сладостей, клубники. То есть, если такие состояния есть, лучше, конечно, ребенка обследовать и обратиться к аллергологу. Тобто, маємо зараз наголосити, щоб батьки в жодному разі не розпочинали самолікування і не намагалися власними силами подолати ці алергічні реакції. Родители вообще не должны заниматься самолечением, потому что очень часто они используют
рекомендации, так сказать, народных целителей или бабушек, или знакомых, или еще кого-то. Иногда они попадают, так сказать, в точку, но чаще всего они делают нехорошие вещи для состояния здоровья ребенка. Ребенок – это не помойная яма, в которую можно сливать всякие химические продукты, химические лекарства и тому подобное. То есть у каждого лекарства есть своя точка приложения, поэтому у него есть показания и противопоказания. Оценить их может только специалист. Даже мама с высшим образованием, но без медицинского, не сможет в этом разобраться. Очень часто после применения каких-то лекарств развивается так называемая медикаментозная аллергия. И когда я начинаю спрашивать родителей о том, какие продукты были использованы во время лечения, какие лекарства, мама даже не может назвать мне лекарственный препарат, какой она давала ребенку. Это катастрофа. Поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно лечить ребенка. Тем более не всегда симптомы, которые мы расцениваем как аллергию, то есть симптомы, которые мама расценивает как аллергия, они соответствуют этому. Есть и другие симптомы, которые она не обращает внимания. Это могут быть признаки совершенно другого заболевания. Поэтому я рекомендую все-таки обратиться к врачу, пройти обследование и таким образом выявить причинозначимый аллерген. И в дальнейшем уже придерживаться определенных рекомендаций доктора, который поставит диагноз, и согласно этому диагнозу будет назначено лечение. Що ж, щодо симптомів, ми, можливо, ще раз зупинимося детальніше в ході нашої бесіди. Нагадую номер телефону 76-92-42. За цим номером приймаємо ваші запитання. Нагадую, ми у прямому ефірі і сьогодні говоримо про алергічні реакції, профілактику та лікування. Отже, весна, починається цвітіння і починається період полінозів, як ви вже сказали, пані Вікторія. Важливий момент для всіх, хто дбає про своє здоров'я, це профілактика. Які ж профілактичні заходи ми можемо вживати для того, щоб запобігти алергічним реакціям? Если уже установлен диагноз аллергического заболевания, это или аллергический ринит, или бронхиальная астма, или дерматит, и установлена причина, естественно, в первую очередь надо объяснить пациенту и его родителям, как себя вести по отношению к этому аллергену. Допустим, аллерген пыльца. То есть есть средства личной защиты для пациента и есть, скажем так, общие защиты, то есть самого общества. Вот к средствам личной защиты относятся солнцезащитные очки, относятся головные уборы, то есть средства, которые нарушают проникновение самого аллергена на слизистую носа, глаз и тому подобное. То есть элементарные вещи. Одевать ребенка перед улицей, одевать ему очки, головной убор, одежду. И после улицы обязательно это все снимать. В ребенка завести в ванную и поставить под душ, чтобы пыльца не заходила вместе с ребенком на одежде, на волосах, не заходила в квартиру. И таким образом ограничивать контакт. То есть использовать определенные сетки для задержки пыльцы, когда вы проветриваете квартиру. К сожалению, у нас таких сеток нет, поэтому мы используем обычную банальную влажную простынь на окно, а потом ее легонечко простирывает. Таким образом пыльца осаждается на этой простыне и не проникает в квартиру. Есть время, когда больше всего пыльца пылит, то есть выпускает свою пыльцу. Вот, допустим, для амброзии это ранние часы с 5 до 9 утра. Поэтому стараться в это время не открывать окна. І за можливістю, напевно, не виходити на вулицю. Желательно, конечно. То есть давать ребенку гулять тогда, когда меньше всего пыльцы. Допустим, если это ветреная сухая погода, желательно ограничить пребывание на улице. Хорошо в таких случаях морской климат, потому что пыльца все-таки намокает возле моря и она сажается на песок. И таким образом это тоже оздоравливает ребенка. К тому же относятся средства,
которые используются для нарушения проникновения пыльцы на слизистую носа. То есть это обычно растворы целлюлозы, они работают 5-6 часов, их забрызгивают в нос перед выходом на улицу, и таким образом пыльца осаждается на этом растворе целлюлозы, она создает как бы пленочку, и в дальнейшем не проникает в слизистую носа, не вызывает этих симптомов. И уже общая профилактика, это относится к нашему обществу. То есть, что мы должны делать? Если это сорные травы, желательно, конечно, их уничтожать по мере возможности. Лучший способ – это вырывание. Потому что скашивание приводит к тому, что корень остается, он в дальнейшем вместо одного стебля выпускает 5-6, и таким образом даже небольшое растение, всего там 10-12 сантиметров от поверхности земли, будет выпускать пыльцу. Лучший способ, конечно, это вырывание. Если такой возможности нет, то скашивание должно быть регулярным. Очень часто амброзию путают с чернобрывцами, они похожи немножечко, но там немножко другой разрез, и даже выращивают на своих, в своих палисадниках. Ну, можно в интернете посмотреть, достаточно много. А якщо говорити саме про цвітіння дерев, яке ми спостерігаємо зараз, тобто до амброзії все-таки час у нас ще є, а зараз активне цвітіння дерев ми спостерігаємо. Які з них найчастіше викликають алергічну реакцію? Ну, для нашого регіону це мало актуально. В основному це механічне роздраження. Тополь, береза, пух тополя, берези, а також платан, який у нас в місті є, вони все-таки викликають механічне роздраження за счет особливостей своєї пыльцы. Вона достатньо колючая и вызывает вот эти приступы кашля при попадании в дыхательные пути. Аллергические проявления намного меньше. То есть, это, во-первых, они цветут у нас недолгое время, буквально там не больше 2 недель, и на этом все заканчивается. Амброзия цветет у нас 2,5 месяца, поэтому это более актуально. К тому же, я хочу еще раз попросите, чтобы это зрители поняли, надо вырывать ее не тогда, когда она уже пыльцу практически выпускает, а именно в мае, июне месяце, когда она еще маленькая, еще не, даже нету соцветий. Это более хорошая профилактика по сравнению с другими. Ну, во-первых, в отношении тополя, березы, платана желательно, конечно, было в идеале заменить эти деревья. Но если такой возможности нет, то стараться не гулять возле этих деревьев, когда именно они выпускают пух, свою пыльцу, и выезжать где-то за город, потому что сейчас луговые травы и сорные травы не цветут, и они там будут себя намного лучше чувствовать. Но я хочу еще отметить одну вещь, что у нас вместе с пыльцой растений выпускают пыльцу и плесневые грибы. И это достаточно актуальная вещь, потому что у детей все чаще наблюдается аллергическая реакция именно на споры грибов. Специфического лечения у нас, к сожалению, нету, но профилактические меры должны приниматься. Во-первых, это уменьшение количества мест, где могут развиваться эти грибы, проветривание подвалов, уничтожение плесневых грибов в квартирах, а также ограничение мусоросборников или таких мусорников стихийные, которые есть по всему городу, потому что, к сожалению, там тоже хорошо развиваются эти грибы. Стараться не гулять вдоль берегов, где есть определенные местности, которые подтопленные, и там происходит размножение этих грибов. То есть, если мы выявляем, что есть к плесневым грибам аллергия, то эти советы я даю. Вы сказали про те, что аллергия выявляется. Яким чином батьки, оскільки ми сьогодні говоримо в першу чергу про профілактику і лікування алергії у дітей, можуть виявити алергічні реакції, які обстеження на сьогодні пропонує нам система охорони здоров'я?
Если есть подозрение на аллергическое заболевание, значит, мы проводим ряд лабораторных исследований для определения общего уровня иммуноглобулина Е, а также для определения специфических иммуноглобулинов Е каждому виду аллергена. В дальнейшем мы также проводим кожное тестирование для подтверждения всех этих исследований, и только после этого мы уже полностью выставляем диагноз и даем рекомендации этому пациенту. Якщо говорити про лікування, які методи лікування на сьогодні застосовуються? У нас есть юридические документы, это протоколы лечения всех аллергических заболеваний в детстве и взрослых. Они согласованы с международными протоколами, и там три основных пункта. Первый пункт – это знание, то есть мы должны научить пациента, как себя вести в условиях контакта с аллергеном, а также что использовать в случае острого состояния. Так называемая или астма-школа, или школа аллергиков. Кстати, я буду проводить астма-школу в этот четверг, 21 числа, на 17:00 у себя в кабинете. Если родителям и детям, которые страдают бронхиальной астмой, будет это интересно, я всех приглашаю к нам на эту астма-школу. Следующий пункт – это фармакологическое лечение. Мы используем достаточно большой арсенал препаратов для лечения всех аллергических заболеваний и достаточно успешных, и добиваемся длительной ремиссии. И третий вариант – это специфическая аллерговакцинация. Несколько лет назад мы отмечали 100-летний юбилей открытия специфической аллерговакцинации. Она совершенствуется с каждым годом, используется во всем мире. И вот в последние веяния – это использование более очищенных, более современных аллергенов для специфической аллерговакцинации на основе выделения определенных белковых структур, которые являются наиболее аллергичными. То есть там уже нет никаких примесей, и это не вызывает каких-либо негативных реакций со стороны пациента, но при этом вызывает достаточно длительный стойкий иммунитет. Давайте зараз зупинимося детальніше і пояснимо, що таке специфічна алерговакцинація, тому що зараз, можливо, не всі зрозуміли, про що йдеться. Що це не просто якась загальна вакцина, а це введення... Специфическая аллерговакцинация – это способ введения аллергена в микродозах для изменения иммунитета, потому что аллергия – это часть иммунитета, часть иммунной системы, и в свое время она была как бы задумана творцом как защитная реакция. Но со временем, из-за того, что человек начал сталкиваться с большим количеством раздражителей, она немножко изменилась. В наше время у нас окружает огромное количество аллергенов, поэтому мы постоянно стимулируем аллергический иммунитет вместо всех остальных. Поэтому было проведено многолетнее исследование, что при введении микродоз аллергенов вызывается блокировка этих антител, которые вырабатываются при контакте с аллергеном. И таким образом у человека наступает ремиссия. Самая большая ремиссия наблюдалась больше 25 лет у человека после единственного курса специфической аллерговакцинации. С какого века мы можем начинать специфичную аллерговакцинацию? В мире специфическая аллерговакцинация проводится с самого маленького возраста. В некоторых странах она разрешена из года, из двух. Но у нас по законодательству, по приказам, она разрешена с 5-летнего возраста. Значит, аллерготестирование кожное разрешено с 3 лет. І коли саме варто звернутися для того, щоб пройти і тестування, і алерговакцинацію в разі, якщо вона потрібна? Естественно, во время обострения или во время цветения вам никто не будет делать кожное тестирование, соответственно, не будет начинать специфическую аллерговакцинацию. Я рекомендую всем пациентам, которые на протяжении весны, лета и начала осени ко мне обращаются, обязательно приходить где-то с ноября месяца для того, чтобы пройти кожное тестирование и начать специфическую аллерговакцинацию. Во время цветения мы немножко или уменьшаем дозу специфических аллергенов, или же прекращаем, потом возобновляем снова.
Чи є випадки, коли специфічна алерговакцинація неможлива для пацієнта, якісь протипоказання? Противопоказаниями является острое онкологическое заболевание, заболевание щитовидной железы, потому что там есть своя особенность, и все. Тобто, взагалі, ми можемо говорити, що переважна більшість пацієнтів можуть отримати це лікування для того, щоб увійти у стан ремісії. Звісно, це найбільш ефективний спосіб лічення. В початку лічення ми комбінуємо фармакотерапію і специфічну алерговакцинацію, а в дальнішому відмовляємося від фармпрепаратів. Зараз, як ми говоримо протягом цієї програми, період, коли загострення розпочнуться – у дітей, у дорослих, які страждають на алергію, на які ж симптоми варто звернути батькам увагу для того, щоб знати, це алергічна реакція і з цим варто йти до лікаря? Если появляется непонятное высыпание на коже, и они появляются в определенный сезон, если появляется чихание, насморк, заложенность носа, затрудненное дыхание, даже приступы удушья, когда вы находитесь на какой-то территории, где есть цветение, где много растений, много деревьев, и при этом это повторяется уже не первый год, родители должны насторожиться и подойти на прием к врачу. Когда будет установлено, что у ребенка в самом деле есть аллергический процесс, ему будет назначено лечение и также обследование. Есть еще один момент. Я бы хотела попросить родителей, которые страдают аллергическими заболеваниями, все-таки хотя бы, даже если ребенок здоров, хотя бы раз прийти на консультацию. Потому что очень часто у родителей, если один из родителей страдает аллергическим заболеванием, то в 50% ребенок получит этот ген, а если родители оба страдают, то до 80-90% ребенок или родится, или в дальнейшем будет с аллергическим процессом. Поэтому такие семьи должны быть консультированы обязательно на предмет возможного развития аллергических заболеваний и их профилактики. В моей жизни была только одна семья, которая обратилась со здоровым ребенком, потому что папа и мама страдали полинозами, они получили рекомендации, и ребенок, к счастью, здоров. Тобто, дійсно, це дуже рідкісний випадок. На щастя, він є, але це дуже рідко. Ну, за 15 років роботи, да. І давайте зараз ще раз нагадаємо основні такі заходи, які нам допоможуть. Зміна способу життя, дотримання особистої гігієни. Значить, средства личной защиты обязательно на улице, при контакте с аллергеном. Применение лекарственных препаратов так, как написал доктор или так, как рассказал, а не так «хочу – принимаю, хочу – не принимаю». То есть весь период цветения ребенок должен получать без перерыва фармакологический препарат. Если есть возможность и позволяет возраст, обязательно провести курсы специфической аллерговакцинации для достижения длительной ремиссии и родители могут забыть о том, что у ребенка есть аллергия. Еще раз напоминаю, ребенок растет, ребенок меняется, поэтому он может заработать себе еще несколько аллергенов параллельно. Не старайтесь накормить ребенка самыми разными фруктами, овощами, экзотическими и тому подобное. Обычная нормальная еда с меньшим количеством консервантов, загусителей и тому подобное обязательно поможет вашему ребенку быть здоровее. Кроме того, физические нагрузки не ограничиваются. Ребенок может вести активный образ жизни, заниматься своими делами и прекрасно, то есть его детство не страдает. И обратите внимание на свой двор, где вы живете. Если вы видите признаки, что там растет амброзия или какие-то деревья. Возможно, эти деревья можно заменить на неопыляемые и таким образом уменьшить контакт с аллергеном. Я дякую вам за таку вичерпну інформацію. Сподіваюся, що вона допоможе тим з наших глядачів, хто потребував тих порад, які сьогодні пролунали в нашій студії. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні у
в студії програми «Це вас хвилює» ми спілкувалися із Миколаївським міським дитячим алергологом Вікторією Яцишиною. І ще раз нагадую вам, що по понеділках ми завжди запрошуємо до нашої студії лікарів, медичних працівників, щоб дати вам якомога більше корисної інформації. Стежте за нашими ефірами і надалі, і залишайтеся з телеканалом «Миколаїв». На все добре!